В общем, проблема. Это лампа зарядки АКБ за 968М. Включаем зажигание. Приборы работают. Лампочка зарядки не горит. Стартер не крутит. Будем разбираться. Если крутит, вставляем перемычку между вот этими двумя контактиками. Пробуем в салоне. Лампа зарядки якобы загорелась. А с ключа крутится. Следовательно, дело в реле блокировки стартера. Снимаем, чистим и радуемся. Вот таким образом у нас выглядит реле блокировки стартера. Откручиваем два винта. Берем наждачку с мелкой зернистостью. Чистим контакты. Вот тут. А также вот здесь вот. Между сердечником. Когда это все почистим, необходимо будет выставить зазор. Зазор выставляется вот в этом месте. При замкнутых верхних контактах зазор между якорем катушки и вот этой планкой должен составлять 0,35-0,45 мм. Бор щупов у меня в таком диапазоне выложен он 0,3 и 0,05. Вставляем вот сюда и задвигаем верхние контакты. После чего затягиваем вот эти два винтика. Показываю, как теперь проверить, работает ли реле блокировки стартера. Берем аккумулятор абсолютно любой, главное, чтобы был заряжен, 12-вольтовый. Вот этот и вот этот контакт, вот этот и вот этот, подключаем к клеммам аккумулятора. Полярность не учитывается. Реле щелкает, все работает. Можно этот контакт подключать как и к плюсу, так и к минусу. То есть, если поменять полярность, работа реле не изменится, и сжечь его категорически трудно. Установил реле блокировки, поставил крышечку уже с резинкой обязательно. Прикрутил на три винта к кузову. Подключение у нас таким образом происходит. Вот два силовых провода и два провода на реле включения стартера. Пробуем, что у нас получилось. Поворачиваем ключ зажигания. Лампа зарядки якобы загорелась. Приборы все заработали. Пробуем. Все, стартер крутит.